Всем привет, друзья! С вами снова я, Смяум. И сегодня это третья часть того, как я вам буду показывать город мой, реально. Не хочу особо спойлерить, но поставьте сразу лайк. И давайте чуть спойлерну то, что там будет. Я думаю, в уголку там-то видно чуть-чуть, а? И плюс я достроил здание, многоэтажечку, реально. И почти построил школу. Извините, я не достроил школу, но там уже есть некоторые кабинеты. Ну и в принципе она почти уже готова. Там можно учиться, но там нету всех кабинетов. Ну, в общем, потом все узнаете. Так, давайте перейдем к видео. С лагами я так и не разобрался. Я вообще не знаю, почему. Сейчас покажу, что я делал для того, чтобы лаги убрать. Ну, вроде чуть-чуть поменьше стал. Во-первых, я добавил 3 мода, чтобы лаги убрать. Угу. И плюс. Вот мы идем такие, идем. А, это нормально идем. Сейчас вы поймете. Ладно, давайте я вам покажу все же. Пам-пам-пам-пам-пам. Это будет так всегда. Это элемент декора города. А вон там школа. Вот, то есть... Вот так выглядит школа. Как видите, в принципе, вполне даже красиво получилось. То есть прям классно. Итак, давайте сейчас обзор на школу. Блин, только вот что-то очень... походу, я очень логичный человек. То есть небоскреб. Ну, не небоскреб, а... Ну, обычный дом самый, да? Школа. Что бы вы думали, будут делать дети? Ладно, неважно. Так. Давайте, первый кабинет, это кабинет, это химии будет. Вот, также по совместительству кабинет биологии. Вот доска. Тут есть химические приборы, также всякие книжечки, колбочки. Также опять колбочки. 4 микроскопа для того, чтобы биологией заниматься. Также глобус, ну... Он и для географии подойдет. Итак, тут не готовый класс, тут только доска. Вот вообще вот такое помещение. Скорее всего, потом тут будет вахта. Пока что нету. Это кабинет программи... Это... Нет, стоп. Ай, как я мог забыть? Короче... Блин, я тупой. Сейчас вспомню. Короче, я тупой. Это кабинет информатики, я вспомнил. Вот. 1, 2, 3, 4 компьютера. Плюс учительский. Тут, то есть, учитель сидит. Ну, я знаю, мало компьютеров, но... Извините, мы в Майнкрафте тут не поместится много. Тогда класс бы надо было делать побольше. Вот. Также тут будет туалет мужской и туалет женский. Пока что тут ничего нет. Поднимаемся наверх. То же самое на втором этаже. Как видите, тут плюс еще 2 кабинета. Тут какой-нибудь будет. И тут. Да, вот так вот пока что тут выглядит все. Также вот здесь я хотел сделать что-нибудь прикольное, но... Ну, в любом случае, это выглядит само по себе прикольно. Вот. Я достроил это здание. Поэтому сейчас я вам буду показывать вообще, что это такое, как это понимать. И вот так вот это все выглядит сверху. Давайте я вам покажу. О, ну то есть вполне такой город уже начинает приобретать вид. Будущее, может быть, воксель мап сделаю, да.
Так. А, точно, это еловые двери. Пусть что? Вращение. Не понял. Вот, открываем. И тут у нас стоит мусорка. Ну, то есть, сюда придешь ты и выбросишь мусор. Ну, или по логике, типа, сюда сбрасывается мусор из канализации. Вот, то есть, тут такая крыша, как видите. Да. Если чувствуются лаги, извините, я не знаю, как это убрать уже. Итак, тут появился лифт. Это самый первый лифт в городе. То есть вот так вот у него выглядят двери. Кстати. А ну-ка. Это работает. Потом плиты поставлю, короче, и будет лифт автоматически. Хотя не, нелогично. Вот, можем вот так подниматься. Сейчас поднимусь на самый верхний этаж. И вот он. Да, окно чуть тут задевается из-за лифта дурацкого. Но живите с этим. Балконов тут нету в этом здании. Поэтому вот такие виды не очень. Ну, вполне такие квартирки обычные. То есть можно где-то кухню сделать тут, допустим. Вот здесь для туалета вполне удобное помещение. Вот, также тут можно на настройку смотреть. Вот здесь вид прикольный, как мне кажется. Вот тут 4 комнаты. Ой, 3. Лестницы также полностью проделаны. Можем сейчас спуститься несколько этажей по лестницам. Вот, то есть мусор выбрасывать вот так. И я, вы помните. Ладно, давайте на лифте. Так, также свет на первом этаже. Так, также машинку я сделал. Мод на машин был в самом начале, просто я их не использовал. Вот этот вот классный. Я просто припарковал ее, чтобы был вид какой-нибудь поприкольнее. Также тут была ошибка исправлена, то что вот здесь было... Дверь не полностью под крыльцо, да. Также красивых видов не будет, потому что вот в двух из таких домов полностью вот так вырезано все. Это для того, чтобы, я думал, лагов меньше будет. Ну, может быть, и меньше стало, но, в принципе, не очень заметно. Так, поэтому... Поэтому вот так. Так, это чё? Ладно. Но все равно там один этаж, можно только выбрать первый, потому что дальше уже, как видите, ничего. Ну и, в принципе, вот так вот это выглядит все. Ну, я думаю, не стоит расстраиваться, то, что вообще вот так все произошло. Да, это печально, то, что нету полных зданий, но вот это полное. То есть, и в любом случае будет очень много районов еще, в которых будет здание полное, скорее всего. Так, ну ладно. Всем пока, дорогие друзья, с вами был я, Смяум, и это конец третьей части. И вот такой вот у нас получился город. И надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь. А потом еще одевайте маски и мойте руки. Всем пока!